скорая помощь остается на улице, врачи идут в эти дома. Если кого-то выносить, то это большая проблема, без соседей не обойтись. Проблема запаркованности дворовых территорий жителей домов на спортивной улице в Звенигороде беспокоит уже не первый год. Из-за этого спецтехники проехать попросту невозможно. Глава округа Андрей Иванов осмотрел территорию и оценил возможность создания дополнительной парковки. Сколько это примерно? Машин 60, наверное, да? Ну, поменьше. Машин 40. Это разгрузит ситуацию во дворе? Ну, каким-то образом, да, это решить вопрос. Вообще нет, по-моему. Озабоченность жильцов вызывает и плохое освещение на детских игровых площадках. Ведь помимо неудобства это касается и безопасности. Здесь всего лишь, вот на конкретно этой площадке, один фонарь всего лишь работает. Этого недостаточно для освещения, особенно там в зимний период времени, когда короткие у нас, да, там дни. Вот, ну и другие площадки тоже рядом с нашим 12-м домом. Освещения также не хватает. Все вопросы от жителей глава муниципалитета зафиксировал. В скором времени на территории будут организованы новая парковка и дополнительное освещение. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».